Всем привет! Середина июня. У нас поспела вишня. У нас 4 вишневых дерева. Мама попросила меня пособирать вишню на дереве, на котором еще она не высобирана. Основную часть, основную массу уже, конечно, мама собрала и даже сделала несколько баночек компота. Что у меня здесь? У меня здесь ведерочко, в которой я буду собирать вишню. Ну, удобнее на вот таком ремешке, потому что я буду не с земли собирать, я буду собирать с лестницы, ну, даже не совсем лестницы, с такой строительной лесенки. Сейчас покажу. Почему с лестницы? Потому что вишни очень большие, а лазить по такому огромному дереву неудобно. Вот она лестница, этажерка такая, на нее удобно залазить и собирать. Вот это большое наше дерево, самое большое. И здесь вишня, она здесь поспевает в сырок, но это считается у нас среди остальных деревьев более поздняя вишня. Почему? Потому что соседнее дерево, оно у нас поспевает гораздо раньше. Вот это вот дерево, оно раннее. И именно на этом дереве поспевает первая вишня раньше, чем черешня. Так что да, вишня бывает более ранняя, чем черешня. Черешня у нас вот только поспела. А это дерево уже полностью высобрано. Ну, единственное, наверное, кроме верхушек, там уже вообще не достать. Очень высоко. А здесь, благодаря этажерке, я могу достать то, что досягаемо. Да, конечно, не сравнить урожай, который был в предыдущие годы. Вообще все деревья были усыпаны. Или вот этот вот. Но она уже все бордовая. Она уже поспела. Она уже не кислая. Она уже сладкая. И такой у нее цвет, знаете, как у черешни уже. Если бы здесь под вишней не было бы тени, было бы, конечно, очень тяжело ее сейчас собирать. Но так как можно спрятаться под ветвями, то, в принципе, не так жарко собирать. Как говорится, одну ягодку в рот, а другую в кузовок. Возможно, я раньше не обращала внимания, но почему-то в этом сезоне много вот таких двойных сросшихся вишен.
принципе, такое ведерко собирается достаточно быстро. Но руки потом все в вишневом соку. Вы знаете, что мне это напомнило? Когда на Урале мы собирали чернику, и потом у тебя все в чернике. И черника-то не отмывается, а это я смою, и все будет хорошо.